А за какие мероприятия будет город бороться? Я думаю, что то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это отнюдь не исчерпывающий список. Вот я сейчас был в Париже, имел очень интересные беседы с руководством ЮНЕСКО. Не буду забегать раньше времени, но вполне возможно, что в 2016 году мы будем проводить очень крупное молодежное мероприятие. Вот нам надо сейчас со своей позицией в этом вопросе определиться. Принципиальное согласие ЮНЕСКО поддержать нас в этом вопросе существует.